Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է. Это все совершенно не случайность, деградация менеджмента мы видим на мировом уровне, это совершенно логичные вещи, мы видим это на уровне бывшего Советского Союза, в Армении это не из ниоткуда взялось. Вот в книжке, которую редактировал и издавал Руслан, я об этом писал вот прямо тогда, у меня там статья об этом, и задолго до этого, первый раз. Мой текст об этом появился в 2006 году, и те элиты, которые сейчас в Армении, они отнюдь не причина, но результат очень многих тенденций, которые давно проявились, и разговаривать об этом, повторюсь, интересно, но это не к той теме, которая сейчас. Мне безумно было... Да, ну и вообще, да, все Платоны мне друзья, и правда ведь друзья, да, выступавшие здесь, но истинно дороже. Вообще в Армении на семинарах и конференциях обычно собираются люди, которые заранее согласны с тем, что будет говориться. Это, в этом смысле мы уже стали Европой, потому что в Европе тоже так приходят на все. Но там, правда, вообще нельзя говорить о чем-то другом, поэтому там все, в общем, в основном согласны. А я вот как тот волк из украинского мультика старый, сейчас пою. Вот к Дмитрию, да, доктору Суслову, вы рассказали некий сценарий, в котором я на 100% не уверен. Но я готов это принять, да, как возможность такую точно. Военная победа России, если победой называть стабилизацию фронта на каком-то уровне, и этот уровень может быть не такой, какой он сейчас. Дальше вы описали нечто, что вы назвали поражением Запада, а я бы это назвал стратегическим поражением России, которое уже случилось. Военная победа Запада, даже военная победа России, что бы это ни значило, не приведет, как вы сказали, я совершенно с этим согласен на 150%, ни к ликвидации санкций, ни к ликвидации изоляции, ни к другому отношению к России, ни к ликвидации той политики, которую они просто не могут это поменять на самом деле. Я бы прибавил имидж, я бы прибавил то, что такой дискурсивно объединенной Европы я не помню за всю мою жизнь. То, что было дискурсом только балтийских стран, Польши, отчасти Британии, сейчас это дискурс общий от Литвы до Португалии, да, то есть понятно, что разные страны с разной степенью важности относятся к проблеме украинской войны и всего вокруг нее, но говорить-то другого никто просто не может. И такую степень консолидации, и это ведь консолидация под Соединенными Штатами, и это не исчезнет. Называется это стратегическое поражение, на мой взгляд. Значит, к чему я это говорю? Потому что я бы хотел вот отсюда прийти на Южный Кавказ. А тот сценарий, который нарисовал доктор Суслов, сценарий отношения к Южному Кавказу, сценарий отношения к Армении, если угодно, да, это сценарий взаимодействия с Арменией как с каким-то сферическим конем в вакууме. Я понимаю, вы не специалист по Армении, но Армения не сферический конь в вакууме. Армения страна, которая существует в тех условиях, в которых она существует. И эти условия, которые она существует, это, например, украинская война России и те решения, которые Россия принимает. Ну, Господь с вами, ну, вот кто тут, вы же сказали, да, я тут записывал, вот северные потоки наполовину взорваны, половина не работают, через Украину не будет работать, остается Турция, а что нам еще делать? А нам что еще делать, когда вместо оружия нам Руслан, который вот вышел, говорит, вы оружие мы вам не дадим, а вы берите наш бесценный опыт. Спасибо. А воевать палками вместе с этим бесценным опытом? Бесценный опыт мы можем хоть у Люксембурга брать. А те формы политической и, извините,
тавтологию, безопасность, безопасность, или военной безопасностью, которая представляла Россия до этого, она ее не представляет. Да, конечно, Западом нельзя это заменить, только заменять-то надо что? Миф. Можно западным мифом заменить российский миф. Потому что ровно так же, как я совершенно с вами согласен, кроме приятных приемов в Париже, мало что добьемся. Так приятные приемы в России, думаю, пусть не с лягушками, не с коньяком, а с водкой, солеными огурцами, они тоже очень приятные, и кроме них, в общем, и того, что предлагает Руслан, больше ничего не остается. Денег нет, но вы держитесь. Конечно же, я совершенно согласен с тем, что качество управления элиты и так далее, оно, мягко говоря, желает лежать лучшего. Но элиты, кстати, у нас вполне оппортунистичны. И в первое время после прихода к власти Пашиняна, как, кстати, было и в Грузии с Саакашвили, совершенно другие типы политики пытались строить, не получилось. И не только из-за неумения. Из-за неумения тоже я не отрицаю, повторюсь, я в самом начале сказал. Но разговор не о том. Требовать от России поставок вооружения в тот момент, когда Россия воюет с Украиной, ну, несомненно, да, ну понятно, да, и ребята заняты, и ребятам это само нужно. А что нам прикажете делать? Проводить мудрую, умную политику, покупать у корейцев, а не разбираюсь, у корейцев, а не у французов, делать то, что надо. Да, окей, это разговор качества управления, но мы же говорим о российско-армянских взаимоотношениях. Теперь дальше. Значит, способен ли Запад стать провайдером безопасности? Нет. Способна ли Россия стать провайдером безопасности? Нет. Это из ваших слов следует. Война будет еще долго, а пока война идет, мы заняты, ребята. А вы ждите, и мы вернемся когда-нибудь. Слово «вернемся» предполагает фундамент в виде слова «ушли». Вернуться может туда, откуда уже ушел. Вам некуда возвращаться на самом деле. Почему некуда? Дальше попробую. Значит, эксодус людей из Нагорного Карабаха, это, конечно же, трагедия. Но мы здесь не о гуманитарных аспектах говорим, а о политических. Ликвидация Нагорного Карабаха – это ликвидация того инструментария, при помощи которого Россия влияла и на Азербайджан, и на Армению. Даже не армянского населения Нагорного Карабаха, а Нагорно-Карабахской республики, Арцаха, субъекта. Для того, чтобы миротворить, для того, чтобы влиять в сфере безопасности, для того, чтобы быть в сфере безопасности нужным. И Азербайджану, и Армении нужно было иметь Нагорный Карабах. Говорит, вы подождите, и когда окончится война, будет что? Восстановление Нагорно-Карабахской республики. Ну, не серьезно об этом говорить. Тот инструментарий, при помощи которого Россия работала на Южном Кавказе за пределами Грузии и оставалась на Южном Кавказе игроком, он кончился несколько месяцев назад. И это изменить нельзя, даже если в Армении придет к власти завтра Илья Муромец вместо Пашиняна. Просто невозможно, потому что речь тут не о людях, и не о установках, и даже не о каких-то там представлениях об истории. Вы приводили, вы в смысле, Дмитрий, вы приводили пример, говоря о Турции и Азербайджане и Армении, как совершенно разных субстанциях, потому что мы вместе в Советском Союзе, потому что отношения совершенно другое. Абсолютно эту логику не принимаю. А с Грузией вы не были вместе в Советском Союзе, а с Украиной? Какое-то братство? Это арабское братство, вот посмотрите сейчас прямо, не работает это все. Работает совершенно конкретный инструментарий, которого уже нет. Разговор о том, что вот что-то произойдет, после этого вернется, не вернется в одну реку, как говорили я и Гераклит, вернуться сложно. А тот инструмент, при помощи которого это делалось, он уже утерян. Так что это не временная операция. Это не, вот, по-моему, в заголовке, да, у вас было не про перепутье. Это не перепутье, перепутье кончилось. И это уже путь. Это путь
для моей страны, на мой взгляд, отвратительно, он ведет к очень серьезным рискам. Может быть, немножко перехлестывается здесь у нас за столом, но в общем риски чрезвычайно серьезные. Это путь, на мой взгляд, потерь для России, потому что постсоветское пространство, вы говорите, нет уже никакого постсоветского пространства, его не существует. Проблемы, которые, вы говорите, не удастся в постсоветском пространстве что-то там отцепить, я не знаю, это зависит от географии. Вот с Молдовой, я не знаю, удастся или не удастся. А найти какие-то общие, какой постсоветский, ну, что общего есть сейчас между Таджикистаном и Эстонией? Ну ничего. Исторически они находились вместе в составе Российской империи. Окей. Теперь они в составе ее не находятся. На самом деле мы говорим об этом постсоветском периоде и о постсоветских реальностях в наших странах. И совершенно, ну, Советский Союз был порядка 70 лет. Уже порядка 35 его нет. Уже сильная инерция выработалась в постсоветский период. И к этому, мне кажется, нужно относиться не как к какому-то будущему, не как к какому-то какой-то операции, которая исправится, а как к той ситуации, которая уже случилась. И в рамках ее, если существовать, то армянскому руководству придется искать в Южной Корее, покупать вооружение или в Парагвае, каким бы оно ни было, да, или в этой самой, в Антарктиде, если не дают те, кто обещали сдавать, но не давали. А России придется говорить, ребята, денег нет, но вы держитесь, а мы когда-нибудь вернемся. А смотря из этой реальности, из которой я смотрю, отсюда вот, да, с географической реальности, не очень верится, даже судя по тем докладам, которые вы сделали 10 минут назад. Спасибо.